Всем привет! 13 сентября, пивная пятиминутка, и Илья. И слава богу, у меня понедельник день не тяжелый в плане пива, потому что я такой решил, ну его нахер. Не буду я с русского начинать неделю, попью-ка я германское, тем более немецкое, господи. Тем более оно у меня очень давно стоит, вот эта линеечка из Пилснера Вайза, пшенички и темного. И буду я их распивать все эти 3 дня, потому что, ибо нафиг, пора уже, сколько можно. Стоят, я все что-то другое пью, а они такие, да ты чё, Вася, хорош, давай уже нас. Кстати, чё у меня с открывашкой-то не взял, пробка-то не открычится. Так, чё, давайте сначала покажу. Ну, вы видели уже много, кто так. Кронен пробка, пилснер. Раньше была красивее, конечно, красивее. Так. На немецкий манерно прочитай. Айнзидлер. Есть у меня пробочки в коллекции, конечно, этой пивоварни. Но они были более красивые, там не было надписи, там были картинки вот с этим чуваком. Давайте пробовать. Бам. Это у нас пилснер. Бульк. Угу. Неплохо. Так, что мы тут можем прочитать, что год основания это 1885. Угу. Тут да, есть, ну, медальки есть 90 1800. Ну тут что, медальки раз. Мюнхен 1895, потом какой-то 1896, 1800, 1800. Вряд ли это медальки, это как наши делают. Типа медальки, награды, я имею в виду. В самом деле просто сделали под награды какие-то свои же достижения. Вот. Есть тут медалька. Браунихт, пипихт, аушвиц-бирхен, какая-то премия вроде как есть. Ёб твою мать, вот и дождался. Оно просроченное. Более месяца как. Аромат еще держится. Вот и надо-то... А как я сроки-то прошляпил-то? Я ничего не понимаю. Вроде смотрю постоянно. Смотрю вот бутылки, банки, которые у меня давно стоят. Просматриваю. Что там еще не про это? Еще не прошляпил? Блин, а это как-то пропустил. Досадно. 4 августа, в общем, оно вышло из срока. Так, сегодня уже 13 месяцев, 10 дней практически, как вышел из срока. Ну, надеюсь, все будет с ним хорошо. Так, давайте немножко зачитаем. Пиво светлое, пастеризованное. Все. Объем 0,5. Состав вода, солт, ячменный, хмель. По классике. Алкоголь 4,9%. Так, а сусло-то чё? Чё, где у нас начального сусла? Чё, серьезно, нету? А нет, есть. Очень-очень низко, после всяких калорий, херорий. 11,4% начального сусла. Ну, легонькое пивко. Хотя, подожди, 11,4%, а алкоголя 4,9%. Неплохо выжили. Так, изготовитель. Германия. Опять тут ГМБХ. Штрассе, хуясе. Так, в России компания Балтика. Претензии, которая на 6-м верхнем переулке в Питере находится, принимает все претензии на это пивко. Она, по-моему, даже уже из продаж даже вышла. Вот дотянул я. Карбонизация есть, пузырьки плывут, хорошо. Цвет хороший, золотой, ничего не скажешь.
Ну, на ароме, конечно, уже, ну, не еще не полностью испортившееся пиво, но такое вот, опять же, что-то безалкоголкой, вот оно, безалкоголкой воняет. Мне этот аромат напоминает безалкогольное пиво. Ну, сорян, что, месяц уже просрока. Хотя и закладываются какие-то риски, но, как я слышал, 10% вроде еще от срока годности. То есть, если она 12, да, 12 месяцев, даже меньше. Давайте пробовать. Кислинка, горчинка, солод, все хорошо. Кислинка в начале, горчинка на послевкусии, солод хороший идет. Но вот это вот отклонение в пользу безалкоголки, чуть-чуть такой ароматец идет. Это, наверное, уже из-за того, что про сроки идут, а так вообще пиво классное. Хороший пилсен. Кислиночка вначале мне, конечно, очень нравится. Да, прошляпил. На, посмотреть, что у меня там с пшеничкой и с темным шварцбиром. И вообще надо уже прочесать весь свой этот, всю свою пивную комнатку. Но там вроде я посматриваю, там все хорошо еще. До Нового года-то я еще успеваю все попить. А тут как-то непонятным образом я все дело это прошляпил. Но все равно, это до сих пор нормальная кисленькая, с хмелевой горчинкой, солодом пиво. Неплохо, 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 весьма неплохо. Мне понравилось лично. Увидите, берите, пробуйте. А по цене оно будет так же, как и Pilsner Urquell. А там, мне кажется, вот когда я его пил, ну вот на дегустации-то на канале, как-то там поменьше и горечи, и кислинки. Ну, короче, вкус послабее будет. Тут как-то он прямо выраженный, хороший. Я бы даже не сказал, что полнотелый, потому что водянистости особой ничего такого я не почувствовал. Все, на этом будем прощаться. Завтра будет новый день и будет пища, будет пшеничка. А может, темно ее захочу, вот внезапно так. Не будем загадывать. Все, до завтра, увидимся, пока. Счастливо всем.